называть. Ну, птицефабрика. Самая большая. Знаешь где? В Африке. Вот. В Африке. Я поразился. У него 40 миллионов яйца в день. Не могу представить такой цифру. Просто фантастическая какая-то. Мы хотели туда даже поехать, просились. Логистику посмотреть, как с этим справляться. Нет, это не одна фабрика, это вот по Африке там. Да? Да, хозяин один, такой маленький, толстенький такой. Ну, не африканец этот. Куда потащила? Куда потащила? Куда? Так, попа. Ой, не могу. Все. Лапки.